Знаешь, что написали в моем видео в комментариях, типа, только такие быдланы смотрят этот фильм Дэдпул. Да ладно? Да. Типа мы быдланы? Да. Алло, ёптарова, смотри, кого я встретил. Продолжается. Это Андрюха, реальный кацан. Ништяковый айфоновец. Теперь у него айфон. Ах ты, блядь, всякую хуйню снимаешь. Вот Андрюха. Снимаешь друга. Вот Андрюха нашел. Ребенок проснулся. Нахуй, ну ребенка, сука, разбудил. О, привет, кошка. Как дела, кошка? Эй, кошка. Хочешь сняться у меня? Кошара! Чё, петушара? Петушара, Данила. Передавай привет, Роме. Роме, передавай привет. Рома, тебе мой хуй передает привет, сучара. Чё, Катя опять, что ли, в бассейне или чё? Да. Ты заколебал. А чё заколебал? Я с ребенком, я там хозяин, я тут нахуй. А я пойму бухать. Бухать, гулять, когда пойму. Пойдём, угощаешь? Ты угощаешь. Хуясь, сколько я, блядь, троих кормлю, нахуй, блядь. Ты, блядь, пенсионер хай, толстый, сидишь дома один, нахуй. Мог же на шею, блядь, там пиво купить, что чё. Конечно. Что тебе пиво покупать ещё? Чё, ты открыл? Можно забирать? Да. Мне только одна скрепка нужна. Ну всё. Да, давай, нет, Данилёв. Чё ты ещё скажешь? Я хочу передать Сонику привет. Соник, тебе привет. Если смотришь этот канал. Тесса Пирожкова. Что вы думаете по поводу Соника? Что бы хотел передать Сонику? То, что его дни сочтены. В смысле? Его дни сочтены. Так, вот я подхожу к своему дому. Надеюсь увидеть там кое-кого. Сейчас узнаем, кто там. Сейчас мы посмотрим, кто там может быть стоять. Ну-ка. Смотрим, а там он. Стас, выруби глаз. Смотрите, кто это там сидит. Стас, фига ты вообще разжирел, бля. Здорово! Здорово, как дела? Че? Да, я в шорт. Это реально гейстер. Че, Стас, как дела? Нормально. Че, бухнул, что ли? Естественно. С кем? Тебе разнюха понравилась вообще? Да, разнюхай тебя, Стас, бля, братан. Вообще. Когда у тебя день? А, 14, ну понятно, у тебя все поздно. Да ладно, никто не пришел. А ты че не пришел? Как ты работал? Вчера же было, позавчера. Я работал, не понял. Да не, а я тоже забыл. Свой косяк, да. Че, Танем тоже отрастил? Да. Ну кого так, да, заснимем, да. За что? Где вы пропадали, Стас? Это что, допрос? Да. Так не под камерой. Почему? Я не люблю под камерой. Где ты пропадал, Стас? О, чё, ёпта, бля, здорово, это Дым с пирогов. Здесь все, Дюш, Метелкин, Стас, Станислав, Батькович, Андрюха и я. Все на месте. Угадай, во что Рома играет? А? А? Во что Рома играет? Хуй его. Рома. Ассасин, наверное. Рома, ты в Ассасин играешь, да? Ром, зачем ты в Ассасин играешь? Видно нихуя. Все видно. Смотри, Ром, кого я встретил.
Это Стас Лыжий Глаз. У тебя это, у тебя прямая трансляция, что ли? Да, это Twitch Subs. Ирел что-то там, да? Ирел, да. Здорово, мои подписчики, я Дмитрий Пирогов, со мной Стас, супер класс. Мы проводим викторину, посвященную World of Warcraft. Сейчас мы будем... Что мы делаем, Андрей? Закурить не найдется? Найдется все. Передай, что хочешь Роме сказать. Что ты хочешь Роме сказать? Рома, приезжай, заебался, скучились все. Рома, ты слышишь это? Что ты хочешь Роме сказать? Привет. И все? Ну а что еще? Смотри, Ром, ты видел Стаса? Давно ты видел Стаса? Стас, как у тебя дела? Нормально у меня все. Ты скучаешь по Роме? Да. Что ты хочешь передать Роме? Каждый день думаю о нем. Как бы. Рома сейчас задрочит. Понятно. А Данила сосяд. Данила не может Рому обогнать. Рома, короче, переплюнул. Рома в Ассасина меня круче играет, чем я. Он 70 часов наиграл, я всего 40. Ну, Стас, надет коляску. Что? Что расскажешь? Рома, вонючий гидофил. Нахуй ты его обсираешь, что? Я шучу, дрота. Я тебе шутки. Мы друзья, да, ведь. Друга, блин, гидофилом обозвал. Я сказал гедофил. Гедофил? Геда. И кто это? Не знаю, придумал то, что. А раз не знаю, зачем говоришь? Так, настоящий 3-2 раз. Стас? Стас, 3-2 раз. Да, да, да. И что дальше? Все. Данил, ты гей? Нет. Знаешь, чей ответ? Питер. Стас, смотри, 2 раз. Стас, 2 раз. У меня Катя так говорит. Да? Да, я говорю, почему Стас не 3-2 раз? Ну, это не про тебя, а вообще не про Стас. Я говорю, Стас, я говорю, ну, она говорит, нет, я говорю, знаешь, чей ответ? Стас, 3-2 раза. Пипец. А что ты в видео сказал, Стас? Ворви глаз. А. Это дом Стаса Ворви глаза. Нет, здесь живет Стас. А, не, здесь живет сражный некий человек Стас Ворвиглаз. Да, здесь живет некий человек Стас Ворвиглаз. Его так в этом дворе у меня называли, как футболка. Помнишь, Паня? Аня, а что ты? Вопрос там, а не старший. Мы играли, это Стас, когда выходил на поле, он пацан постарше. О, это Стас Ворвиглаз идет. Данил постоянно на скамейке запасных сидел и рисовал, потому что он бегать не умел. С девчонками там молодым. Да, Данил? Да. О, Данила, давай, показывай себя. Разжирел как? Я Данила Гамми Бер. Это пиздец. Вот что с людьми делают таблетки. Что делают? Ром, приходи ко мне, будешь худеть, иди со мной. Че ты мне показываешь, да? Не надо снимать. Ничего, ты не хочешь снимать. Ты что нафиг? Подними футболку. Я не подниму, да. Рома, короче, столько пропускает, живя в Качково. Да, Ром, ты много пропускаешь. Ты сейчас так являешься. Ром, много пропускаешь. Да, пропускаешь, пропускаешь. Оу! Вот там живет Антоха. Который дрочит плохо. Но он сейчас там не живет, он живет у своей Жени. Он в своем хатаче. Где живет? Я живу. Далеко. В своей мастерской? Да. Новое видео ждите. Скоро. Скоро. На тузу с пирогом. Смокер тайм. Ну ладно, что, давай. 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 Хорошо сходить. Давай.